Народные артисты России, не побоюсь этого слова. Группа «Город 312». Все просто получается, мир маятник качается, а свет переключается на звук. На расстоянии выстрела рассчитывать бессмысленно, что истина не выскользнет из рук и не порвется бесконечный. Поем. Вне зоны доступа мы не опознаны, вне зоны доступа мы дышим воздухом, вне зоны доступа, здравствуй, солнышко, вполне осознанно, вне зоны доступа мы. Это так раньше было. Вне зоны доступа мы. А теперь на чемпионате мира мы для всех. Мы в зоне доступа. Это точно? Да! Все просто получается, мир маятник качается, а свет переключается. Расстояние выстрела рассчитывать бессмысленно, что истина не выскользнет из рук и не порвется бесконечный круг. И вместе громко! Вне зоны доступа мы не опознаны, вне зоны доступа мы дышим воздухом, вне зоны доступа вполне осознаны, вне зоны доступа мы. Вне зоны доступа совсем не обязательно ждать помощи спасателей. Два шага по касательной наверх. Две жизни до сбежения и до изнеможения, скрыв местоположение от всех. Незримые за полосой помех. Вне зоны доступа мы не опознаны, вне зоны доступа мы дышим воздухом, вне зоны доступа вполне осознанно, вне зоны доступа мы. Вне зоны доступа мы. Вне зоны доступа. Я знаю, для кого или не так, для чего вы должны быть вне зоны доступа. Это для плохих эмоций, для неправильных каких-то действий, для всего плохого. А в зоне доступа для всего хорошего, правильно? Сейчас прям набираемся силы, поем еще раз. И громко! Вне зоны доступа мы не опознаны, вне зоны доступа мы дышим воздухом, вне зоны доступа вполне осознанно, вне зоны доступа мы.